Звук — это Бог. Он говорит с нами посредством звука, то есть хорошей музыки. Ведь музыка может быть и дьявольской. Я не хочу уточнять, какая именно. Гуру передает не только технику игры, но и весь ее духовный аспект. Смысл жизни, философия — все проходит через музыку. Понимаете, у каждого человека есть свой импульс индивидуальности. Верно? Кто-то проходит мимо, и вы чувствуете, что он вам приятен. Проходит кто-то другой, и вы чувствуете отторжение. Происходит взаимообмен индивидуальных ритмов. Каждый имеет свой собственный ритм. И когда ритм звука резонирует с твоим индивидуальным ритмом, то этот звук тебе и подходит. Понятно. То есть вы пытаетесь дать человеку звук, который соответствует ритму его собственной жизни.